Гостям из Амурской области представили Хасанский район. 14 и 15 июня Хасанскую районную библиотеку посетили курсанты Амурского филиала Морского государственного университета имени Невельского. Молодые люди проходят производственную практику и уже больше месяца находятся на судне, которое стоит на ремонте в Славянском СРЗ. На познавательной встрече побывал и наш корреспондент. Еще в начале июня курсанты Амурского филиала Морского государственного университета имени Невельского в составе 110 человек прибыли в Славянку. И пока их судно находится на плановом ремонте, молодым людям у нас скучать не приходится. Сотрудники Хасанской районной библиотеки одними из первых встретили ребят у себя в гостях. В уютной атмосфере амурских гостей поближе познакомили с нашим краем, показали все достопримечательности и, конечно же, рассказали о хасанских событиях 80-летней давности. Здесь, как бы в Приморском крае, как бы здесь, в Амурской области не так, здесь сопки, здесь как бы есть леса такие, здесь то, что японская война была. Помимо похода в центральную библиотеку, для курсантов была организована экскурсия в музей судоремонтного завода. Ребята смогли поближе ознакомиться со спецификой работы градообразующего предприятия и побывать на экскурсии научно-исследовательского судна, так удачно стоящего в доке завода на ремонте. Организация была встречи достаточно на высоком уровне. Мы приехали, нас уже ждали. Нам было все подготовлено. Спасибо большое Андрею Петровичу Ямчуку, директору судоремонтного завода, за теплый прием, за радушное размещение и благоприятную почву. Находиться в Славянке курсанты будут еще чуть больше месяца. Как только плановый ремонт судна закончится, они вернутся в свои края. И, возможно, после такой дружелюбной встречи наш поселок для них станет не просто точкой на карте. Виктория Беляева, Максим Львов. Новости Славянки.